Итак, мы рады приветствовать всех вас, всех наших гостей зала. Наш зал называется «Изобретение». Мы надеемся, что все, что вы сегодня увидите и услышите, будет вам полезно и интересно. Итак, наш зал – это зал «Изобретение». Скажите, пожалуйста, глядя на экран, как связаны все эти три картинки между собой? Какие есть версии? Что вы видите? Расскажите. Говорите громче, не слышно. Как связаны все эти три картинки между собой? Москва театральная. Да, молодцы, узнали. Это Станиславский, конечно, спасибо. А театральная вешалка непосредственно связана с театром? Конечно, театр начинается с вешалки. Следующий год, 2019 год, объявлен в России годом театра. Поэтому мы сегодня будем с вами говорить не только про изобретение, но и немножечко про театр. Ну и как у нас с вами начинается театр с вешалки, так и обучение в школе начинается с начальной школы. Но перед тем, как мы перейдем непосредственно к моему мастер-классу как учителя начальной школы, скажите, пожалуйста, если мы подумаем, театр и школа, чем они похожи между собой? Хоть такой класс, я надеюсь, что сейчас это переключится, хоть такой класс с театром. Ну, то есть есть выступающие, есть какие-то, мы надеемся, что в школе все-таки это не зрители, да, но это, тем не менее, какие-то участники процесса. Активные зрители, да. То есть много пересечений. На самом деле, если взять какие-нибудь цитаты про театр и поподставлять туда слова, имеющие отношение к школе, то вы увидите, что очень себе даже перекликаются эти цитаты. Хоть театр, хоть школа очень похожи, очень много общих точек. Ну и мы начинаем. Скажите, пожалуйста, вот наш зал называется «Изобретение». Что же такое изобретение по-вашему? Как вы думаете, что это такое? Это разгул фантазии. Это разгул фантазии какой-то определенный еще? Нечто новое. Нечто новое. Так, еще. Товарищи, участвуйте. Нечто нужное, необходимое. Необходимое конкретно сейчас, конкретно для кого-то. Хорошо. А давайте вот мы попробуем эту мысль развить и посмотрим, что было раньше. Вот этот предмет. Этот предмет или этот предмет? Табуретка была первая, да, дальше. Так, вы думаете, кресло было следующее? Ну вот смотрите, разглядывая конструкцию этих предметов, мы с вами можем догадаться, что теоретически было первое, второе, третье. То есть сначала людям сидели на земле, потом им стало мокро, сыро, неудобно и так далее. Они решили подкладывать бревнышки. Они подкладывали бревнышки, но бревнышки были тоже неудобные. Их начали строгать, и в результате убирали все лишнее дерево сверху, снизу, с боков, и остались вот такое приспособление, как табуретка. Но потом для удобства добавили спинку, потом добавили подлокотники. То есть тут, не имея никаких знаний об изобретении этих предметов, мы можем догадаться о том, что было первым, вторым, третьим. Усложняем задачу. Вопрос остается тот же самый. Что было первым из того, что мы теперь видим на экране? Кресло было первым. Вот смотрите, вот здесь просто рассматривание конструкции нам уже недостаточно, потому что не обладая специальным каким-то дополнительным источником, мы с вами сказать не можем. Но если мы будем искать в источниках информацию об этих изобретениях, мы с вами скажем, что вот посередине это не что иное, как трон Тутанхамона. Справа это кресло-качалка, которое было впервые запатентовано, упомянуто в Оксфордском словаре в 1787 году, как Виндзорское кресло. Ну, то есть нам, чтобы сказать в данном случае, какое изобретение было первым, вторым, третьим, нужно уже обратиться к какому-то дополнительному источнику. Да? Еще усложняем задачу. Что теперь из того, что вы увидите, было первым, вторым и третьим? Пропало безобразие. Здесь что было первое, второе, третье? Ну да, дальше. А на основании чего вы делаете такой вывод?
На самом деле деревянное кресло, вот данное конкретное, это вообще новодел. Это такая стилизация под старину. Это вообще совершенно новое кресло, никакого отношения к старине оно не имеет. Да, то есть здесь вообще вот еще какие-то идеи есть. Спасибо большое. На самом деле это не разные изобретения. Все, что мы видели до этого, это были разные изобретения. Это одно и то же кресло, это просто его модификации, скажем так, да? То есть что же такое изобретение? Вот инженеры считают, что изобретение – это что-то принципиально новое. То, чего в этой области до этого не существовало. А каким же должно быть теперь кресло? Или стул, чтобы мы сказали, что оно абсолютно новое. Ну, наверное, примерно, если сейчас запустится, вот это вот. So the robot project is a bit of a crazy project. We like to use the concept of modular robotics, so little robotics modules that would like to make adaptive furniture. Роботизированные модули, из которых собирается мебель. Эта мебель управляется с гаджетом. Правда, всего лишь аккумулятор работает один час, но тем не менее из него получаются разные типы мебели. Вот это можно сказать, что новое изобретение стула или мебели. Да, то есть это принципиально что-то в этой области новое. Скажите, пожалуйста, а как вы думаете, какая страна в мире по изобретениям стоит на первом месте? Ну, примерно рейтинг выстроите. Китай, Япония. Совершенно верно. Первое место в рейтинге занимает, конечно, Китай. Причем он очень сильно отрывается от всех других стран. Там в год подают заявку на патент 1 000 000 с лишним изобретателей. Второе место принадлежит США. И третье место принадлежит Японии. Россия в 2016 году была на седьмом месте. В этом году, в 2017, количество патентов очень резко снизилось и стало всего 39 по отношению к 41. То есть уровень спустился до 2006 года. Скажите, пожалуйста, а мы в школе учим изобретать? Не учим. Да. Какие еще есть версии? А можем как-то учить чему-то? Ну вот чему мы можем научить в школе? Размышлять можем научить, да? То есть вы понимаете, что любое изобретение, оно берется откуда? Это должны быть какие-то очень прочные знания, которые ты, вообще не задумываясь о том, что у тебя есть в голове, начинаешь изобретать что-то абсолютно новое, да? Что мы делаем в школе с вами для того, чтобы это было? Мы их там учим изобретать, да учим мы их изобретать на самом деле, потому что просто это изобретение не технические, а другого плана. Мы их учим пользоваться, да, учим преобразовывать, совершенствовать то, что мы имеем. А может быть, нам с вами лучше вообще не мешать детям, они сами решат, что им лучше, и сами научатся изобретать. Хорошая идея, да? Почему, может быть, лучше им не мешать вообще? Расскажите мне, почему? То есть мы тогда не будем ограничивать их фантазию, да? То есть чаще всего взрослые ставят определенные рамки и какие-то задают табу, что вот ты тут не прав, это все ерунда, на самом деле это можно развить и получится какая-то очень классная штука. Хорошо. Что у нас для этого есть в школе? У нас есть на самом деле проектная работа, да, мы делаем проекты. Что мы еще? Мы используем курсы ТРИЗ, теорию развивающего, да, изобретательского мышления. А что еще есть в ваших школах? Что еще вы делаете, кроме того, что перечислено? Московская электронная школа – это наше все, так, еще? Лаборатории есть, да, то есть есть много еще разных вещей, просто, может быть, мы не очень с вами задумываемся о том, что мы имеем и как это использовать. Вот когда вы проходили регистрацию на наши мастер-классы, скажите, пожалуйста, кто обратил внимание, что вместо названия моего мастер-класса стоит такое изобретение, как QR-код? Кто по нему честно прошел? Кто честно выполнил задание, которое там?
На самом деле прошло совсем мало людей. И поэтому именно этим людям, даже не за их идеи, хотя идеи были предложены хорошие, мы сегодня, ну, маленький такой приз вручаем за то, что они умеют пользоваться всем тем, что им предлагает интернет в том числе. Итак, у нас подарок тоже очень символический, чтобы ваши идеи в вашем новом учебном году не терялись, не пропадали. Это вот такая флешка в виде мячика, чемпионат мира по футболу, куда без него. Поэтому приз раз, Юля, приз два. Поаплодируйте тем, кто умеет считывать информацию. Спасибо вам большое. Скажите, пожалуйста, а те, кто этого не сделали, те, кто не случайно зашел с зала по регистрации, почему вы не прошли туда по этому QR-коду? Это приглашение вам пришло, когда вы зарегистрировались на мастер-класс в зал. Это висело на сайте регистрации. Вот что помешало вам воспользоваться этим ресурсом и этой возможностью? Не обратили внимания, да? То есть мы на самом деле перед тем, как учить детей изобретать, мы должны, наверное, научить их еще чему-то. В частности, такой вещи, как смысловое чтение. Да. Не вижу, не слышу, Петь. Нужно зайти с компьютера. Нужно искать возможности. Да. Но, тем не менее, конечно. То есть, смотрите, мы на самом деле с вами готовим детей к изобретательству, просто делаем это опосредованно. Мы можем научить их считывать информацию 100%, видеть то, что им предлагают. То есть мы можем научить их смысловому чтению. Влияет это у нас с вами на то, будет он изобретатель или не будет. Но на формирование изобретательского мышления это формирует, влияет однозначно. Задачи с открытым ответом, если мы будем использовать, будут влиять? Будут, конечно. Творческие задания будут? Конечно, тоже будут. Непременно. В общем, все, что вы на самом деле так или иначе включаете в ваши уроки, разнообразные виды работы с информацией, какие-то задачи, которые требуют не прямого ответа или выбора из пула вопросов, каких-то вариантов, они все способствуют развитию творческого, изобретательского мышления у ребенка. А все это ступенька к тому, чтобы он стал изобретателем. Ну и единственное, о чем я вас в конце очень хочу попросить, что когда ваши дети изобретают, учатся, вы, пожалуйста, поддерживайте их и чаще не оценивайте, а думайте, а нужна ли здесь оценка, вот требует ли то, что они сделали, оценки. Ну, чтобы не получилось примерно вот так. Включите, пожалуйста, мне видео на экране. Спасибо. Я боюсь, что просто даже слышно не будет, но вы все помните эту сцену. Когда, да, преподаватель, он оценил изобретение, сказал, что изобретение вам 5, а за знание предмета вам 2, да? Вот чтобы этого не было, давайте все-таки наших детей поддерживать, вдохновлять. Не будет слышно, это, в общем, да, не тот формат зала, чтобы это работало. Спасибо вам, я в вас очень верю.